Спектакли оценивали театральные критики из России, Германии и Грузии. Жюри возглавила заслуженный деятель Республики Казахстан, заведующий кафедрой истории и теории театрального искусства Алматинской казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова Сания Кабдиева. У нас несколько лет назад родилась маленькая традиция — межрегиональные фестивали. И вот сегодня, наверное, акмолинцы могут с гордостью сказать, что данный фестиваль уже перерос на новый уровень, международный уровень. Если на последнем фестивале у нас участвовало буквально 5-6 театров, то сегодня мы все являемся свидетелями того, что уже, как нам сегодня сказали, да, 16 спектаклей мы просмотрели, это 15 театров. По итогам фестиваля номинации «Лучший актерский ансамбль» удостоен Рязанский театр драмы. Лучшую женскую роль получила Элина Манапова за роль Мелиссы в спектакле «Письма любви» из Кинешминского драмтеатра имени Островского. В номинации «Лучшая мужская роль» победителем признан представитель Акмолинского областного русского театра драмы Тимур Валиев за роль Плюшкина Чичиков. Обладателем гран-при стал спектакль «Ревизор» русского государственного драматического театра имени Достоевского и Семея. Фестиваль проходил замечательно, мы были очень рады увидеть другие коллективы, потому что всегда фестиваль для нас интересен тем, что мы можем приехать и увидеть работу других театров, напитаться, так сказать, вот, творчеством людей, которые где-то далеко от нас воспринимают театр совсем по-другому, по-разному. А сейчас мы просто очень рады, потому что нам дали гран-при. К слову, фестиваль завершился хореографическим спектаклем «Чингисхан» в исполнении Государственного театра НАЗ города Нур-Султан. Нур-Султан Ибраев, Павел Соловьев, Жахангер Мукамбетов, Кокши Ахпарат.